Так, дорогие друзья, сегодня мы во дворец спорта «Триумф» прибыли. Чемпионат России, высшая лига по мини-футболу. «Спартак Москва» и «Красная гвардия». У нас будет битва очень интересная. В Люберцах все это находится. Вот уже внутри. Что-то народу пока маловато. Через час уже начало матча. На трибуну С нас послали, билетики бесплатные. Народу вообще пока никого. Вот они, люберцы. Так, заходим впервые. Вот он. Дворец спорта «Триумф». Командочки разминаются. Вот она, гвардия. Вот он, спартачок. Все, все, сейчас будем места выбирать, садиться. Народу, я думаю, человек 500 будет сегодня. Еще минут 40 до матча, поэтому никого нет пока. Сегодня на домашней арене наша команда, команда «Спартак», в рамках третьего тура чемпионата России по мини-футболу Западной конференции встречается с командой «Красная гвардия», представляющей Москву. Сегодня будет гарантированно классный, динамичный футбол, собственно, как и все прошлые разы. Давайте, команда нас слышит, поддержим их этими аплодисментами, друзья, и сами смотримся. Так начался матч. Спартачок мини-футбольный. Играя с Красной гвардией. Оп, судья тут бегает. Thank you.
Фалит. Давай! Че не свистно? Ну-ка! Так, второй тайм начался, первый закончился. 5-2 у нас. Спартачок выигрывает. Все четко. В разгаре, 8 минут остается играть, 7-2, Спартачок уверенно подходит к победе в матче, вот так, ой-ой-ой, 7-2, 8 минут до конца, напоминаю, что матч идет 2 тайма по 25 минут. Концовочка матча. Остается 1.5 минуты. У Спартака осталось 3 игроков. Одного удалили за второе нарушение. За вторую карточку. Счет 10-9, точнее 2. 9-2. Остается минута. Спартак выбегает 2-1. 2-1. 2-1. Ой-ой-ой. 21 секунда. Красная карточка. Рукой. Отбил мяч рукой защитник. Удаляю. И пенальти. Стуки. Тоже капитан Абрамов или вратарь. Взял, взял, вот это красавчик. 18 секунд. Красотули. Это битва. Так, 10 секунд остается. Все, 5 секунд. Последняя атака матча. Так, 2 секунды остается.
Спасибо, все свободны.